Почти 4 года в крае действует профилактический проект «Онкопатруль». Это одна из важнейших профилактических акций губернаторской стратегии «Будьте здоровы». Проект был запущен в крае 5 марта 2011 года для ранней диагностики злокачественных образований, которые, как известно, являются одной из главных причин смертности населения в России. Благодаря онкопатрулю у жителей самых отдаленных станиц и хуторов появилась возможность встретиться с лучшими кубанскими врачами и обследоваться, не выезжая лишний раз в краевую столицу. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона, онкопатруль проводится в среднем раз в месяц, по субботам, в разных районах Кубани. Год от года число участников акции увеличивается. С 2011 года в рамках онкопатруля обследовалось более 120 тысяч кубанцев. В нашем районе 31 января 2015 года эта акция будет проводиться уже во второй раз. Данное мероприятие пройдет в Доме культуры станицы Петровской по адресу улица Красная, дом 20. С 9 до 17 будут вести прием доктора краевого онкологического диспансера, онкопроктологи, онкоурологи, онкопульмонологи, онкодерматологи, маммологи, психологи, всего более 50 специалистов. Для жителей в день работы онкопатруля будут организованы обследования: маммография по направлениям маммолога в день приема, флюорография без направления с последующим посещением онкопульмонолога, УЗИ по направлениям докторов. Каждый желающий сможет посетить передвижной кабинет медицинской профилактики, взять анализ крови, измерить рост, вес, индекс массы тела. Также жителей района в этот день ждет культурная программа. Будет организована выездная торговля, работа казачьих куреней. 31 января 2015 года приглашаем всех желающих использовать эту уникальную возможность пройти обследование и получить консультацию краевых специалистов. Для тех, кто не имеет возможности добраться в станицу Петровскую на общественном или личном транспорте, будет организован подвоз из населенных пунктов Славянского района силами глав сельских поселений. Для этого необходимо записаться заранее в администрации по месту жительства. В городе для предварительной записи на организованный подвоз необходимо обратиться в регистратуру поликлиник по месту жительства до 28 января. Алена Лавринова, Александр Косицын, программа «События».